выпил кофе и хочешь в туалет по-маленькому. Почему так происходит? Разбираемся с физиологией почек. На вопрос, есть ли проблемы со стулом, от пациентов часто можно услышать следующее. У меня все работает как часы. Действительно, существуют определенные факторы, которые стимулируют перистальтику, такие как утреннее пробуждение, прием пищи и курение. За каждым из них стоит свой механизм. Так, например, пища стимулирует гастроколический рефлекс. Мы как бы отцепляем последний вагон поезда при добавлении нового спереди. Но сегодня мы поговорим именно про кофе. Может быть, кофе? Кофе стимулирует выработку ряда гормонов, таких как гастрин, холецистокинин и метилин. Причем дело вовсе не в кофеине. Существуют данные о том, что декофеинизированный кофе обладает теми же эффектами. Что же делают гастрин, холецистокинин и метилин? Гастрин стимулирует секрецию соляной кислоты, холецистокинин стимулирует секрецию поджелудочной железы и сокращение желчного пузыря, ну а метилин, исходя из названия, становится ясно, что он стимулирует моторику кишечника. Вуаля, дело раскрыто. Кажется, на этом все. Мне пора спешить. Впереди нас ждут большие свершения. И не забудьте оценить базу данных Synapse. Это самая полная и качественная библиотека медицинских статей, где можете найти полезную информацию по любой интересующей вас теме. Пока-пока!